Вчера вечером домой в грязных спецовках вынуждены были ехать с работы мужики, вкалывавшие во вторую смену в производственном ангаре, в производственной зоне в районе улицы Самолетной в Екатеринбурге. А все из-за одного петуха. Залетел он прямо в их бытовку, оборудованную на втором этаже ангара, по адресу Самолетная, 55, литера, не поверите, Э. Объявили сразу второй номер автоматом, выехали на пожар три отделения. По прибытию выяснилось, что горит цех по производству кладочной сетки из арматуры. Виден был черный дым и открытый огонь. В ходе разведки установили, что горит бытовое помещение на втором этаже в цехе площадью 50 метров квадратных. По ходу огнеборения двумя стволами возникли кое-какие нюансы. Например, казавшаяся мирная бытовка была заряжена настоящей бомбой в виде газового баллона. Его вовремя приметили и выделили для него отдельную струю, которая не дала ему практически нисколько нагреться, а остывшим он опасности не представлял и был оттуда легко эвакуирован. В остальном все тушилось довольно гладко. Для того, чтобы локализовать ангарный пожар, потребовались усилия 16 пожарных при 6 спецмашинах в течение 15 минут, прошедших с момента получения вызова, а он случился без четверти 9. Еще спустя 6 минут было убито открытое горение. Окончательная замочка красного петуха, лишившего работяг личных вещей, включая карманное имущество, была объявлена ровно в 10 вечера.